Копейка, 1862 год. На реверсе под большой имперской короной указан номинал монеты, слово «копейка». Под номиналом год чеканки 1862, ниже буквы Е.М. дословно «Екатеринбургская монета», знак Екатеринбургского монетного двора. По кругу вдоль канта рельефные элементы в виде зубцов. На аверсе под большой имперской короной вензель императора Александра II в виде большой стилизованной буквы А с римской цифрой 2 под ней. По кругу вдоль канта рельефные элементы в виде зубцов. Гурт гладкий. Монета изготовлена из меди. Выпускалась с 1855 по 1867 год. Вес монеты 5,12 грамм. Диаметр 23 миллиметра. Толщина около 1 миллиметра. Чеканили монету на Екатеринбургском монетном дворе тиражом 10 164 800 штук. Средняя цена 700 рублей. Конкретно эта монета куплена за 100 рублей.